Глава Кабмина Ахылбек Джапаров в ходе круглого стола «Борьба со смогом. Практические пути решения экологической проблемы» с участием международных экспертов и организации выразил готовность Кабмина к решению экологических проблем путем применения высоких технологий. В 2022 году по решению президента в рамках программы «Джашыл Мурас» были высажены деревья. Ведется строительство гидроэлектростанции, проводится модернизация работающих гидроэлектростанций. Президент дал старт строительству ГЭС «Комбаратин-1». Сейчас уже заканчиваются подготовительные работы. В скором времени будут подготовлены ТО проекта, добавил глава Кабмина. Он также отметил, что для снижения вреда экологии развивается инфраструктура для электромобилей. Как председатель Кабмина, я готов к сотрудничеству и предложениям международных организаций для совместной борьбы с загрязнением воздуха. Мы открыты к сотрудничеству с международными организациями, используя инновационные технологии, сказал Ахылбек Джапаров. В зимнее время показатели среднесуточной концентрации в Бишкеке в зимний период превышают 200 микрограмм на кубический метр. При установленном ВОЗ нормативе значение 15 микрограмм на кубический метр.